Вот, пожалуйста, послушай мой совет. Уж, пожалуйста, прикрути все крантики, чтобы не врали. А то воруют миллиарды, миллиарды. Ну как можно? Вот она Пенза, вот обыск, вот 500 миллионов. Ну это как? Там что, кругом глухонемые? По телевизору каждый день Володина. Володин достал, Володин добыл. Ты где там это выковыриваешь эти миллионы-то? Вот, пожалуйста, убавьте вранье и всем скажи. Люди все видят. Для меня лично, позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. Инфляция. 5,8% инфляция. А вот, понимаешь, а вот у меня там гробовые лежат, там процент 3,5. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, еще таким методом обтирать людей. Как может инфляция быть выше вот этого процента? Объясни, бабушке. Понимаешь, обидно, досадно. Такая огромная территория, такие богатства. И люди сидят, сколько там процентов без газа. Деревни исчезли с карты. Но это же позор. У меня нет, плакать хочется. В стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Это человеку как понять? Это какому Богу молятся? Что у Бога просят, скажи мне, когда миллиарды, миллиарды. Ну вас всех нахрен.